всех на своем канале. С вами Барыльченко Татьяна. И сегодня я хочу начать новый процесс. Я не думаю, что вышью его очень быстро, но так, знаете, как такой отдыхалочка он у меня будет, если так можно сказать про процесс вышивка микробисером, <laughs> вряд ли относится к процессам отдыхалочки. Но, тем не менее, она напечатана на основе и очень хороший сюжет. Так вышло, что в этом году, год быка, в которой я родилась, я не вышла себе ни одного бычка. Ну, кроме, может быть, на деревянной основе. Мне захотелось а, все-таки отшить подарок от а, Радуги бисера. Это был подарок мне на Новый год, мне очень приятно. А, год Быка, знак Зодиака Дева, 20 на 20 сантиметров, а, артикул, ну, собственно говоря, вот такой. А, здесь есть стразы в наборе. В общем, сейчас мы все увидим, что входит в комплект. Вот такая качественная хорошая коробка я бы ее назвала даже шкатулкой открываем здесь папиросной бумаги аккуратно сложена работа что интересно гладить эту работу можно через папиросную бумагу то есть производитель нам уже заранее о нас позаботился и положил эту этот лист бумаги в набор входит, собственно, само полотно, оно не очень большое. Вот видите мою руку. Но поскольку вышивка будет идти ювелирным бисером, конечно, ну, не такое уж оно и маленькое, собственно говоря. Очень красивый сюжет. Посмотрите, как хорошо проработано. Входит инструкция. Инструкция очень подробная, тут и техники пришивания, да, и, собственно, сама схема, которая, ну вот, да, покрупнее немного чтобы качество бумаги изумительное. Так, в набор входит э, сам бисер ювелирный, очень миленький, ну прям очень миленький. Если я положу рядом десятку, то вы удивитесь, насколько большая разница ниточки капроновые, я так понимаю, поеточки и, видимо, стразики. Потому что про стразы речь шла. А пришивать мы это все будем, я так понимаю, в углы созвездий вот этих. Ладно, с этим я разберусь попозже. Сейчас я приступаю. Конечно, весь процесс у меня будет храниться здесь. Сейчас я подумаю, какой мне взять. Сколько у меня здесь цветов бисера? У меня здесь 9 цветов бисера. Какой мне взять органайзер? Ну и поскольку этот органайзер хорошо сюда входит, я его беру. Здесь достаточное количество ячеек для того, чтобы вышивать этот набор. Вот этот бисер надо убрать отсюда, выбросить, просто говоря. Здесь у меня 10 ячеек. Как раз для стразиков пайеток будет 10 ячейка. Все. И главное, что он благополучно входит в эту коробочку. Я смогу закрывать и убирать весь процесс, когда не буду над ним работать. Все очень удобно. Вы не отключайтесь. Я пойду вышивать. А вы через несколько секунд буквально увидите уже мои продвижения и готов результат. Такие это не поетки, это сразу такие камни-стразы. У них просто плоская подошвочка и выпуклая верхняя часть. Это первое. Второе. Очень приятно, что э, значки практически полностью соответствуют цветам бисера. Это значительно удобнее вышивать. Не сбиваешься, привыкаешь очень быстро к значкам, поэтому тут надо отдать должное, большие молодцы, конечно, производители. Кстати, многие производители как раз грешат тем, что не делают так. И теперь я положил обычный десятый бисер для вас, чтобы вы могли ну, на контрасте, например, увидеть очевидную разницу, да? Посмотрите, вот он размер десятого бисера и бисера невилльного. Очень я разложила очень красивые цвета, используются цвета синего, просто безумие какое-то. Ну, прям смотреть не могу, просто хочется быстро приступать. Иголочку положили, да, ювелирную иголочку для пришивания бисера ювелирного. Вот, собственно, и все. Я начинаю этот процесс. Итак, мои дорогие зрители, <клёх> Захотелось мне снять для вас часть работы. Я вышла уже чуть-чуть больше половины, и у меня, конечно же, появились первые впечатления. Во-первых, хочется отдать должное художнику этого проекта, потому что настолько детальный рисунок, настолько интересно проработана каждая каждый завиток, каждая полосочка. Я даже не сразу поняла назначение некоторых полосочек. Посмотрите, как, оказывается, грамотно в печать переходят вот эти вот линии. Мне очень понравилась идея на рожках. Посмотрите, ведь здесь на рожках, чтобы показать изогнутый рог, использованы ну, как-то в такие криволинейные полосочки, да, кривые, откровенно говоря. И они делают этот рог, посмотрите, каким объемным. Рог настоящий, а, вот такой объемный, круглый, и еще и вот вот эти вот концы загнутые прям вот ну подкупили меня мне очень понравилось как проработаны вот эти главные буквы они действительно сделаны очень объемно потому что сделаны а, объем их за счет провалившегося серебристого бисера И в то же время очень нарядно смотрится. короче, я вам сейчас снимаю не при очень не при, при не очень хорошем свете, потому что семья спит, но мне же нужно uh, поделиться эмоциями непременно сейчас. Uh, вот эти завитки, да, вот такие вот uh, декоративный, но они подчеркивают брутальность, такие бровастость этого бычка. От этого он такой, знаете, привлекательный. Вообще, женщины, видимо, любят сильных таких альфа-самцов, да, в хорошем смысле слова. Все, что внушает доверие, опору на то, что можно опереться, да, вот, видимо, всегда женщину привлекала. В моем случае это точно так. Посмотрите, какой он красивый. Я еще не дошила глаза, вот посмотрите, остались, да? И я думаю, что вот это самая интересная часть. Вообще все вот эти завитки, они, конечно, украшают. Столько интересного бисера использовано здесь, в этом про проекте, в этом процессе. Он хоть и мелкий, но, конечно, потрясающе красивый переходы такие, у вас они более конкретные, у меня они более мягкие, причем бисер используется с прокрашенной серединкой, такой вот, как его, не жемчуг, я бы сказала, а с посеребренной серединкой, ну, в общем, Бисер самый красивый, который мог, могли использовать. И что интересно, конечно, он очень миленький. Скажете вы, очень сложно вышивать. Нет, я даже не стала использовать очки, которые специально для этого процесса заказала покрепче. Все прекрасно привыкаешь и идешь. Конечно, после того, как переходишь с мелкого процесса на крупный, тот кажется совсем, знаете, летит прям. Здесь, естественно, чуть медленнее, потому что нужно найти место в кола, сосредоточиться. У тех, у кого хорошее зрение, совсем не будет никаких проблем с этим. В общем, привыкаешь и вышиваешь их в обычном режиме, в обычном темпе. Дальше, нитки, которые нам положили. Нитки неплохие, я их буду использовать в другом процессе. Я попробовала лавсан и в итоге я остановилась на титан, который купила у нас в складе. Я э, позже вам покажу этикеточку. Он сейчас появился и продается, и продается и у Валентинки Бисеринки. Вот у меня на оптом складе, где я закупаюсь. <как> Почему я остановилась на них? Я поняла, что для каждой основы нужна своя игла и своя нить. Нитку, которую нам положил производитель, она неплохая, но я люблю вышивать длинной ниткой, и она в определенный момент начинает махриться и, соответственно, ну, в общем, разделиться, как бы это сказать, разделяется на ниточки, и одна ниточка может где-то тут вот, вот, такой бугром таким, в общем, остаться. Я попробовала одну, две, третья нить, мне показалось, и даже она подводит немножко, да, а я думаю, что связано это как раз с тем, что иголка у нас для бисера ювелирного она очень мелкая, ушко у нее очень мелкое, и бисер сам с мелкой дырочкой и все-таки бисер это стекло и он где-то возможно повреждает саму нить. Кроме того, что основа, слышите, да, такая. Но она не жесткая, к ней тоже привыкаешь, и она с особенно вот с этой бисерной иголочкой, которая очень острая, она, конечно, проходит хорошо через это полотно. Да, по поводу иголочек. Их было две в наборе. И одну я сломала сразу. Пытаясь, у меня завязался узелок. Потя, не увидев его, я пыталась потянуть, и ушко сразу же сломалось. Ну вот, пока меня мне хватает, надеюсь, хватит до конца э, отшива. Этой иголочки я благополучно справляюсь с ней, она уже, конечно, кривенькая, но это, наверное, неизбежно, но удовольствие от нее я получаю, потому что а, все-таки она такая острая, прям острая-острая и очень хорошо входит в это полотно. А, сзади тут у меня, собственно говоря, все, простите, вот, все так же, как и было а, при обычной вышивке монастырским швом. Использую, конечно, я коробочку в качестве шкатулки. Вечером вот сейчас процесс мой закончился. Я беру, все складываю, закрываю и ухожу. Я сначала думала, что я повышиваю по одной ниточке каждый день, но поняла, что это затянется на очень долго, а мне хочется какого-то итога. Поэтому нет, сейчас вышиваю и хочу закончить этот процесс, безусловно, максимально короткие сроки. Естественно, я с вами буду делиться этой работой, но хочу сказать, что она хороша, она очень интересная. Я никогда такие какие-то вот эм, гороскопные дела, да, какие-то сакральные, я не вышивала. Но меня в последнее время тянет на звездное небо. Не знаю, кого-то к земле, видимо, на огород люди, а меня к звездам очень мне, конечно, очень нравится сама работа. Черная с блестящим, темная с блестящим. Красиво, очень красиво. Сейчас у меня уже будет на убывание идти, и работа, я надеюсь, пойдет значительно быстрее. Итак, друзья, Работа закончена, впечатлений очень много, время с этой работой пролетело. Я почему-то думала, что это будет очень сложно для меня, потому что у меня есть уже опыт вышивания ювелирным бисером, и он не самый положительный. Но сейчас, видимо, время каждому проекту свое приходит, и как-то я, видимо, сосредоточилась на нем с большим удовольствием. Сразу хочу сказать, что у меня осталось достаточное количество бисера. Почему-то у меня был такой момент, что я боялась, а вдруг бисера не хватит. А я объясню, потому что я пользовалась органайзером, и когда я брала из органайзера ну какую-то там бусинку, бисеринку, у меня пальцем приклеивались бисеринки, и часто я ловилась на том, что одна бисеринка улетела куда-то, да, потому что они мелкие и очень хорошо к коже цеплялись. Думаю, ну все, наверное, не хватит. Нет, слава богу, всего хватило. Единственное, вот серебристые еще я им пользуюсь сейчас, пришиваю вот эти стразы, а включилась я специально, не закончив пришивать стразы. Сейчас покажу, почему. Но пока хочется рассказать в целом о проекте. Хотя я уже делилась первыми впечатлениями. Во-первых, я вам обещала показать ниточки, которыми, собственно говоря, вышивала этот процесс. Господи, вот так они выглядят. Нить для бисера. Вот так называется. Они сейчас есть везде, но ну, в том числе вот в магазине «Искусница» и интернет-магазин «Искусница», и э, в магазине «Бисерок Шоп» у Валентинки Бисеринки они есть, эти ниточки. Так что пробуйте. Эта нить хороша тем, что она очень прочная и тоненькая, да, тоненькая и хорошо проходит через вот эту основу. Но я под конец попробовала Мадейра и дошивала, собственно говоря, этой Мадейрой, ну, знаете, как экспериментировать же нужно было? Дошивала этой модели, но ну, мало того, что ее сейчас достаточно сложно купить, а, еще и а, она в какой-то момент меня подвела, она порвалась. <рвалась> порвалась. Ну, поэтому вот как-то а, вот эти нитки от производителя изумительные. Я их прям пробовала порвать, они не рвутся. Но если кто-то вышивает не очень длинной ниточкой, да, короткой, то эти нитки прекрасно подходят для этой основы. Так, у меня же эти нитки пойдут на обычную ткань, потому что понравились нитки. Теперь бисер сказала, ниточки сказала, сам процесс. Были моменты, где я, ну, вот, обернусь, да. И понимаю, что я не пришила вот здесь бисеринку. Еще хуже, я понимаю, что я через две клеточки, и бисеринка одна на две клеточки. То есть вот все-таки у меня такая невнимательность да, проявляется. Она у меня проявляется, кстати, на вышивке, при вышивке на чистой конве. Вот на основе с десятым бисером как-то я не замечала раньше этого. Сейчас же такой момент у меня есть но ну, я замечая свои ошибки всегда возвращалась и исправляла положение конечно хочется сказать огромное спасибо производителю за отдельный еще раз наверное я уже об этом говорила за вот эту историю потому что здесь и все понятно и она мне помогала и подсказывала единственное если бы задержалась вышивка чуть подольше здесь конечно угол перегибается но я думаю не сложно было бы разобраться меня больше волновал именно вот этот край вот этот край при вышивке почему то этот край мне хорошо отдавался в свет попадал а вот этот я с трудом различала не знаю вот именно вот этот момент но это только моя собственная фишечка в целом работа потрясающая я прям под огромным впечатлением ну что тут казалось бы да дева в год быка ну бычок но ну, знаки зодиака посмотрите как тонко и нежно а, вот эти знаки зодиака а, сделаны посмотрите так ненавязчиво и в то же время очень нарядно бы можно петь долго, но надо как-то видео все-таки заканчивать. Хочется сказать отдельно про вот эти вот стразы пришивные. А это бусинка, такая бусинка с плоская с дырочкой с одной. И пришивается она другой бусинкой, да, бисером. То есть надеваем бусинку, потом надеваем бисеринку, и снова в бусинку и в ткань. Я сначала от радости начала пришивать каждой, каждой напечатанной дырочке, пришивать эти бусинки. Потом думаю, нет. Татьяна, остановись, посчитай. Пришив уже три созвездия... Пересчитала, не поленилась все бусинки и все вот эти вот э, ну, точечки, которые мы будем пришивать. Поняла, что я переборщила, выпорола и заново стала пришивать. Но можно было не выпарывать, оказывается, у меня э, всего хватает. Самое интересное, что для меня путеводителям, опять же, еще одно, один плюс а в пользу производителя, это то, что у них замечательная превьюшка у них я с большим удовольствием подсматривала, куда пришивать стразы. Потому что мне хотелось пришить в каждую, да? Но нет, они пришиваются не в каждую. А в каждую я пришивала просто мелкий бисер, чтобы все-таки был некий блеск. Ну, я посмотрела, мне кажется, я делала абсолютно правильно. Здесь вот то же самое. Вот, ну, здесь, вот видите, да, вот если смотреть сюда, здесь хочется везде пришить по-хорошему. Я специально оставила из 12, гороско... из 12 созвездий раз, два, три не а, вышитые. И хотела поделиться своими впечатлениями. А так ли мне нравятся вот эти объемные бусинки? Вот на камеру как-то это все но ну, посложнее да, выглядит. Так, секунду, секунду, секунду. Немного отодвину. А... Ну вот, допустим, на фотографии попадала камера и очень хорошо видно блеск этих камешков. А не больше ли мне нравилось просто напечатанное вот созвездие, да, или все-таки интереснее смотрится с пришитыми камнями. С пришитыми камнями все-таки это такой объем некий, да, это 3D-шный эффект. Здесь, конечно, картинка плоскостная, но мне кажется, что настолько хорошая печать, настолько красивая проработка, что даже не пришивая камни, созвездия смотрелись очень хорошо и украшали эту работу. Вернемся да, к прежнему формату съемки, берем бисер. Да, как вы поняли, я пользовалась органайзером от волшебной страны Очень удобный. Ну, пользовалась я еще не закончила. Сейчас вот мне осталось три созвездия. Что хочется сказать про оформление? Про оформление мне хочется сказать следующее. Пока вышивала, конечно, я же ну, задумывалась над тем, какое оформление мне заказать, то ли с дорисовкой, с паспорту и без, и вообще в раму, ли, или как-то прикладное какое-то оформление сделать, потому что достаточно необычный сюжет такой, да, но ну, не висят в квартирах обычно картины с, ну, я говорю, о большинстве своих друзей и знакомых и родных. Но у меня она будет висеть. Во-первых, где она у меня будет висеть, или где она у меня будет стоять, какое место она займет да, в моей квартире, потому что она займет талисман же своего рода. Вы знаете, я очень часто встречаю людей, которые верят во все в звезды. Вот назовем это в звезды, да. Я, скажем так, серединки на половинку. Наверное, есть какие-то звезды сходятся и расходятся, да, есть какой-то посыл в космос, когда мы о чем-то думаем хорошем и призываем к себе это хорошее. Ну, почему бы и нет? Возможно, это сбывается. Поэтому я хочу сказать, что оформление ну, занимало мои мысли, занимало. Но не знаю, в этом видео или я его сегодня уже выпущу и покажу вам оформление в другом видео. Оформление будет достаточно интересным, как мне кажется. Да, наверное, не буду раскрывать все интриги. Следите за видео на моем канале. Там будет одна проблема, как э, это оформление покрасить, <laughs> скажем так, как его затонировать. Потому что в целом э, работа такая достаточно темная, здесь много серебра, яркое пятно, э, эффект блеска, да, и э, оформление в рамку, в простую, мне виделось, ну, скучноватым, откровенно говоря. Я стала э, искать, естественно, на просторах интернета Нашла. Почему бы и нет? Наверное, прям для этого процесса и был создан, было создано то, что вы увидите. Да, видите, интригу держу. Не буду, да, раскрывать, это а будет неинтересно. Сейчас я благополучно закончу вот эти звездочки и уже оформление покажу вам в следующем видео и знаете для чего просто хотя бы для того чтобы вы заинтересовались этим проектом и э рамочка моя которую я сюда использую э может быть добавить дополнительного желания да знаете как плюсик в сторону покупки этого набора почему я все-таки настаиваю да <с DM> на том чтобы вы попробовали надо испытать свои силы, вот как-то мне кажется, да, вот во всем. Я, я, же говорю, ювелирный бисер в свое время, ну, не пошел у меня, не пошел, хотя я была и моложе, зрение было лучше. А сейчас я поняла, что а, ошибалась, ошибалась, и а, почему бы и нет. Зашить все полотно ювелирным бисером, причем у меня уже было от радуги бисера несколько наборов ювелирным бисером. Я в расхомячке их продала. А сейчас у меня есть замечательные ирисы, где рамка вышивается ювелирным бисером, а ирисы а, сами, самым обычным, десяткой, да, крупным. Я представляю, какой будет эффект потрясающий. Это был подарок моей подруги и теперь мне не страшно к нему приступить. И вам рекомендую, попробуйте, потому что, ну что, надо менять техники пришивания, надо пробовать, да, менять размер бисера, надо менять даже форму бисера, да, попробовать вышивать рубкой. И вот радуга бисера нам дает как раз такую возможность попробовать ювелирный бисер. Причем процесс очень интересный. Много говорю, но а, у вас есть возможность не только посмотреть, но и картинка такая достаточно статичная, повышивать под мои видео. 15-минутные ролики не очень любят зрители, потому что приходится потом отключать, а, искать какой-то другой ролик, а длинные ролики, они всегда дают возможность повышивать вместе с блогером. Спасибо большое вам за то, что вы побыли эти несколько минут со мной. Делитесь своими впечатлениями. Если вы уже отшивали похожий процесс или такой же точно, тоже жду ваши фотографии. Вы знаете, я всегда оставляю под видео свои контакты на соцсети, ссылки. да, Это контакты, это одноклассники. Пишите мне, я всегда с большим удовольствием смотрю ваши работы. И, конечно же, что-то необычное, что-то интересное, всегда, вот в нашей жизни, оно добавляет такой изюминки. Этот процесс ну, почти для меня закончен, не считая оформления, потому что это тоже займет и мысли, и руки, и силы, и время. Но хочу сказать, что вообще Радуга Бизера удивила. Удивила именно этим процессом, потому что, ну, вот, прям, прям эксклюзив какой-то. По-другому не скажу. Много у них хороших работ, но это все просто вышивка. Эта работа такая прям творчески прикладная, по-другому не скажешь. Конечно, я являюсь всего-навсего воплотителем чужой идеи, да, но мне почему-то приятно, что я к этой идее имею какое-то участие, да, какое-то отношение. Спасибо большое еще раз и вам, и Радуге Бисера. Наслаждайтесь тем, что вы делаете. Получайте от всего хорошее настроение и делитесь этим настроением со своими близкими. Я с вами прощаюсь ненадолго. Обязательно скоро увидимся. Если вы еще не подписались на мой канал, сделайте это, чтобы не пропустить следующие ролики. И если все-таки вас что-то тронуло в этом видео, поставьте пальчик вверх. Всем пока.